Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я комментирую выступления, ну как ролики называют. Это у нас будет уже пятое, Невзорова Александра Глебовича. У меня на 13 номером идет. Аборты и тайное знание попов. У меня другое. У него идет уроки атеизма, а у меня открытым оком во свете Библии. И вдруг он об абортах заговорил. Я так думаю, а что же он может сказать? Если 18 тысяч абортов считается, делается каждый день в России, и за время перестройки за 20 лет погибло 120 миллионов нерожденных, там были гении, изобретатели, может быть, руководители настоящие, они погибли. И вдруг вы это одобряете свободе? Вы убийца? Кровавые слова ваши, кровавый стол ваш, все. Гитлер никого не убивал. И Сталин не убивал. Но тот и другой остались как злодеи мира в памяти людей. Вы себе память оставляете как о страшном злодее. Зачем это нужно? Как можно одобрять это? Во всем мусульманском мире 2 миллиарда с лишним запрещены. И во всем мире всегда это было. Много детей считалось это счастье, благословение, сыновья твои вокруг трапезы, твоей дочери, как изваянные столпы, да и как по-другому-то. Сейчас страна наша исчезает, и вы вместе с ним исчезнете. И вы вспомните, как Иван Карамазов говорил, Федор, отец-то говорит, ну, взять да и порешить все эти монастыри. Он говорит, вместе с ними-то и вас порешат. А почему? Так верить-то не будут, и вас к расстрелу. Да нехай тогда будут монастыри. Вы еще не знаете, что сеете. Я молюсь о вас, чтобы вы дожили до момента, когда плоды, семени, которые вы высеваете, вернутся к вам. У меня близкий знакомый, один из баптистов, сын у него Юра Михальков. Он 3 срока отсидел, инженер-конструктор. Он нисколько не дурнее вас, но он такой приятной наружности, открытое лицо. Он баптист, он насмешник даже надо мной. Но меня это не касается. Он хороший человек. А другой брат у него, тот психиатр здесь, видимо, начальник отделения и неверующий. Но ему, наверное, там люди некоторые говорят, ну, а что толку, что вот вы верите, а не верите, сказать, а те верующие, какая разница? Это Ивану Андреевичу, их отцу говорят, один сын верит, другой не верит. Он говорит, разница та, что во время беды мой сын знает, куда обратиться, а ваши дети не знают. Вот это действительно так. У нас был случай такой, 2 брата родные жили, город Фрунзе. И у обоих одного возраста ребятишки. Но они небольшие были, где-то лет по 12 им было. Один верит, а другой нет. Но они жили не в самом, во Фрунзе, а там, в селе, недалеко. И вот как в воскресенье открывают арыки, когда поливать-то, а верующий там в церкви, а тот ему смеется. Ну, воды-то нет на понедельник, ну, может, дождь будет. Ну, вот со своим воскресеньем-то ты еще вы. Он говорит, я знаю, будет воскресенье не это, еще и другое воскресенье будет. А ребятишки придумали из проволоки за машину хватать и кататься. Ну и катались. Но машина резко развернула, их бросила на дорогу под машину, и оба погибли сразу. Верующий был в церкви. Ему сообщили, сын погиб. Конечно, он заскорбел, он говорит, совсем погиб? Да, совсем, раздавило, голову раздавило и мозги на асфальте. Он пошел к священнику, поговорил, поехал домой. Ну, я знаю людей, мне, конечно, тяжело, жалко, подобный случай. А у другой неверующий был, для него вся надежда была. Красивый мальчик, какие-то там олимпиады школьные выигрывает. Он один у него. И вот теперь он оказался совсем другим. Это, на этого горе никак не повлияло. Он просветленный, назад вышел на работу, ему говорят, сын-то у тебя погиб. Да, погиб, Господь взял. Теперь он не развратится, как все дети. А уже были какие-то вопросы с воспитанием. А у того ничего нет. Единственное, что для него осталось, одна веревка. И это не один раз. Жданов о таких случаях Владимир Георгиевич рассказывает о многих. Вы разве этого не знаете? А восполнить-то нечем. Аборты были, есть и будут. Производные своего организма. Так и ахнул. Производные своего организма, то есть вы даже от кала них не отличаете. Это человек. Зародыш мой, видели очи твои. Псалом 138. Да тут вот безумие совершенное. Исчезает нация. Называли великий русский народ. Притом не только мы себя так называем. Наука сказала,
Да что она наука сказала-то? И что она такая наука? Когда сегодня утверждает одно, завтра другое. Притом во всех областях. То, что считали сегодня точно, завтра оказывается под сомнением. И эти учебники, по которым учились в университете, уже просят студентов снести в подвал, в макулатуру сдают. Уже вышли новые учебники. Это абсолютно везде в науке. Это сумасшедшая старуха, бредущая ощупью, как история. Что-то удается, что-то нет. И те крошки, которые открытия есть, мы ими пользуемся. Это запись идет. И то все не нам это дано. Считать, что все люди такие глупые уже, ну, за кого что-то самого себя-то считать. Не мы ракеты эти изобретали, мы готовы это все берем. И когда начинаешь этих людей узнавать, никто не отрицал Бога. Да, жили, но что есть существо, высшее, разум, личностное, которому можно молиться, не как у Льва Толстого. Я даже не знаю таких ученых. Скорбный час смертный, будет проверка и вашего пути. Я каждый день прошу Господа, чтобы быть в обителях Его небесных. Каждая заря утренняя, она заставляет меня думать. А не в этот ли день ты, Господь, отзовешь меня? У неверующего ничего этого нет. Совершенно нет. Он трепещет и за душу свою все отдаст, как дьявол сказал Иову. Вы говорите так, что если бы церковь была за аборт, и там что-то такое было, как это может быть? Достоин смерти вы от всех мировых религий. Это примерно 99 с лишним процентов людей на земле против вас. Я вот слушаю ваши такие выступления, есть хорошие, которым надо прислушаться. Это оно вообще-то одним словом, если сказали бы, как это назвать, я бы сказал, бешеное безумие. У вас последователей ни одного нет в стране. Есть те, которые слушают вас, хохочут, смеются, но они уже у сатаны в лапах. И им это ничего не дает. А верующие отплевываются и уходят. Даже не будут слушать. Я слушаю, я грешный человек. Мне многое у вас нравится. Я молюсь за вас, еще повторяю. Потому что я молюсь за вас. Как говорится, на руках молитвы я несу вас. Вы не были ни одного дня верующие. Вы даже не знаете, что это такое. Я вам посоветую, что найдите в Санкт-Петербурге, если вы там находитесь, где находится молитвенный дом евангельских христиан-баптистов. Сходите к ним, познакомьтесь с людьми, узнайте, какие у них есть люди, какая молодежь. Ну, хотя бы один раз. Я думаю, что свечек вы там не найдете, досок этих икон не найдете. Вы найдете живых людей, которых есть такие наркоманы, пьяницы, там, преступники. И Бог их вывел, они стали настоящими, вывел из того плена арабского. Вы познакомитесь с ними, вы ученые, вам хочется знать с такими же, там есть такие люди. Обязательно вы найдете. Есть этот человек, который найдет ключик к вашему сердцу. Вы находитесь в тоске, я даже не представляю, как вы утром встаете. Какие охи, какое кряхтение уже сейчас идет. Как вы ложитесь спать? А что вы за день сделали? Еще один шаг ближе к аду, к преисподней. Вы о верующих ничего не можете сказать. Ни одного дня не жили. Который уверовал, я верующий. Я могу рассказать о той жизни. Я могу, потому что было время, когда я не знал Евангелия. Но я верил, что Бог есть. Вы этого не знаете. И поэтому ваша жизнь, она никому не нужна совершенно уже сегодня. Вы перечень ученых делаете о происхождении Земли. Какие-то останки обнаружены. Какой там насмешник, циник у вас блистательный, блистательный. Вы ничего не говорите, когда вот в этом ролике о женщинах, которые делают аборты. Это есть особый такой, может быть, там сайт, где они говорят, что они переживают. Какое горе, что им видится, что слышится. Сколько об этом литературы. И говорить, что аборты это свободно можно делать. Да вы даже не безумец. Любая мать, которая претерпела от аборта это горе, и больше она родить не может. И выйти замуж теперь не может, муж ее бросил. Она бесплодна это. Она проклинать вас будет до 10-го колена. И это отразится на ваших детях. Как, я не знаю. Я знаю люди, которые торгуют водкой или как-то, их дети пьяницы. Это молитва чья-то достигла. Вы посмотрите, какие люди, какие умники, как погибает япончик, дед Хасан. Все равно пуля настигает где-то. На вас тоже где-то дубина от Бога готовится. Но я вам желаю, чтобы вы избежали всего этого. Чтобы Бог сохранил вас. Чтобы Бог дал вам непостыдную кончину.
чтобы вы уверовали в спасительную жертву Иисуса Христа. Правило Василия Великого, второе, говорит, что за аборт отлучается женщина, сотворившая сие, неважно, какой ребенок был, 2 месяца в утробе матери или 9, как настоящая убийца, 10 лет. 10 лет она будет плакать в притворе. Вот как рассматривать. Это самые настоящие убийцы. Я много знал таких людей, которые делали аборты, беседовал, ну потому что я проповедник, миссионер, притом в разных народах. И скажу, нигде нет такого безумного отношения к детям, как у русских. Нигде. Я знаю чеченцев, дагестанцев, казахов. Я печник. Ну, мне прорабам не давали работать. Я печник 40 лет был. А раз я верующий, я делаю все на совести, намного дешевле. Они за мной гонялись из других республик, приезжают, что сделайте, сделай, даже живу в городе, издалека приезжают, увозят, сделаешь ему. Они довольны. У них другие порядки. Другие. Женщина выходит замуж, и солнце больше не увидит ее волос. Даже в Казахстане, где обычно-то нет носить чедру. И они берегут детей. А берегут как? Как? Послушанием. Послушанием своим законом. Вы-то взамен этого ничего не можете дать. Пусть каждая сама решает. А что она может решить? Она уже в школе не девушка и делает теперь аборт. От кого она не знает, даже от кого. Они там в одуванчики играют, в ромашки. И вы это как будто ничего не знаете. Насмехаетесь, стоите. И когда вот передачу сделаете, я думаю, после передачи вы уходите домой. Как вы ведете себя? У Толстого есть такой рассказ. Сатана соблазнил человека, много ли земли надо. За живот ухватился и колышется, и хохочет. Это в житии святого Мартина такое есть. Я думаю, вот это состояние. Он стоит, хохочет. Вы его не видите, но он есть. Он есть. Ничем нельзя объяснить ненависть одного человека к другому, возникновению вот этой ярости. Это все от сатаны. И у вас вот это все, это прям в чистом виде сатанизм. Такая ненависть, непримиримость. А о чем? Вы будьте непримиримы к недостаткам людей. Но людей-то за что вы ненавидите? И далее говорит, почему священникам открывает тайны, там, ну, тут проще говорите. Какие тайны? Что? Что? У людей страх-то не перед верой, а перед атеизмом. Если человек неверующий, ждать нечего. Мне приходилось много судиться с властями, и наконец-то пришел к выводу. Судьи должны быть все верующие, независимо от того, кто он, православный, католик, мусульманин, буддист, но чтобы он знал, что там за гробом ждет его ответственность за то, что он делал здесь. И поэтому он здесь будет делать как положено. Если мы знаем, что там ничего нет, там за гробом нету, делай что хочешь. Злая развращенная воля научит всякому злу. Вы не найдете нигде, как говорил этот Плутарх, путешественник, всемирно известный человек. Я, говорит, прошел много стран, видел народности, которые не имеют денежной системы. Я встречал города, где нет укрепленных стен, но я не встретил такого дикого и грубого народа, который не имел бы веры в Бога. Вы проповедуете для диких и грубых. Люди, которых сердце еще полностью не ушло под асфальт безбожие, они не могут ни одного слова вашего принять. Я вот даже жил без Евангелия, я ни одному слову вашему не могу принять. Как это преподается? Даже тут не сарказм, я люблю Слово Божие. Но было время, когда у меня его не было. И поэтому я все везде проверял своей совестью. Это очень ненадежно. Но когда живешь ты свято, чисто, тогда совесть тебе подсказывает, как поступить. В ваших выступлениях я нигде не смотрю, не могу увидеть, чтобы вы говорили это по совести. С проглядом, а что будет, если ваши слова прорастут? Я нигде не могу увидеть. То есть вы совершенно слепой. Вы не хотите, как Жириновский говорит, женский ум, он не видит, что дальше. Что будет, если люди будут неверующие? Они же вас и убьют. Они ваши эти скелеты растащат. И вас в скелет превратят, даже знать не будете. Вы же знаете, каких артистов обкрадывают, какие властелины, даже Пугачёва и других обманут. Это просто или масоны там вас заставили делать, или в чем-то провинились. Я думаю, ради чего? Никого больше нет в стране. Вы заняли сегодня первое место по направлению к аду, к преисподней. Вот страх перед атеизмом должен людей бы всех подвигнуть к Богу. К тому, что если придет атеизм,
то беда будет ужасная. Но еще больше будет, когда на место верующего будет неверующий преподавать веру. Вот то, что сегодня мы видим делать в Московской патриархии. Абсолютно неверующие люди, бывшие парторги. Я встречаюсь, он хохочет, смеется, он издевается над всем. Он не верит, что это есть. У нас был тут один отец Олег, тоже, видимо, монахом был. Какие он пакости делал? Его посадили, он отсидел. Отсидел, и в улице идет, дети его не знают, но дети в него бросали грязью и камнями. Но ему Бог дал раскаяние маленькое, и он говорил: так, бейте меня, я негодяй. А чем закончилось? Повесился. Повесился, но перед этим принес книги к нам в церковь, не к нам, а в собор. И книги его раздавали всем. Так что мои вот эти комментарии в некой степени к вам. Попадут они к вам или нет? С вашей женой, как мне сказали, Лидия Алексеевна, она, ну, передали ей, чтобы вы вышли на меня. Но если у вас время, у меня находится время. Я еще не думал, закончил, но, видимо, придется еще прокомментировать некоторые ваши ролики. Аминь.